В музее 40-й Чебоксарской школы торжественно открыли стелу «Никто не забыт, ничто не забыто». Она стала самым большим и значимым экспонатом музея «Сыны Отечества». Тема продолжит Мария Шоклева. Музею «Сыны Отечества» 7 лет. В нем экспонаты времен войны, добытые поисковым отрядом «Память», стенды, рассказывающие о ключевых битвах, а теперь еще и огромная стела из композита «Никто не забыт, ничто не забыто». Этот красный флаг, копию Знамени Победы, больше месяца передавали из одного учебного заведения в другое. Но теперь знамя будет храниться здесь, на третьем этаже 40-й школы. Но и это еще не все. У стелы будет находиться особая книга – книга памяти. Мы с помощью учеников, учителей нашей школы создали такую книгу памяти. Эта книга памяти, в ней содержится 78 фамилий наших отцов, дедов и прадедов, учителей и учеников нашей школы. Ежегодно мы планируем ко Дню Победы издавать, пополнять эту книгу памяти. Почетными гостями праздника стали ветераны войны. Алексей Алексеевич Яковлев знает о Сталинградской битве не по рассказам экскурсоводов. Он сам был ее участником. Заветное желание ветерана не изменилось за 70 лет. Чтобы мирное небо над Россией всегда светило на славу нашего народа. Сегодняшнее мероприятие проводится для того, чтобы подрастающее поколение знало о том, что когда-то жили люди, которые не жалели своей жизни во благо своей Родины. Некоторые даже отдали ее. Праздник продолжился в актовом зале школы. Ежегодно перед Днем Победы здесь принимают в кадеты учеников первого класса. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.